современному, скажем так, ну, климатической такой, современной климатической ситуации, скажем мягко, все-таки людям лучше быть людьми для того, чтобы протянуть руку помощи друг другу. Здесь еще один есть, это я говорю для людей, которые как раз находятся на сознании и больше все-таки поддаются, скажем, страстям земным, да, чем духовным вещам. Это выгоднее. Это кажется, что нас это не достает. Угу. Катастрофы происходят там. Это сегодня не там происходит. Завтра они произойдут у тебя дома. Тебе поможет сосед? Нет, конечно. Если он будет таким же, как и ты. Правильно? Так что нужно сделать? В первую очередь протянуть руку дружбы соседа. Посмотреть вот так в глаза друг друга. Просто посидеть и посмотреть и подумать. Иной раз даже слов не нужно. Для того, чтобы понять, что все мы одной крови. Правильно? И вот тогда будет жалко соседа, если с соседом беда случится. Когда ты будешь готов помочь этому соседу, это будет означать, что и сосед сможет помочь тебе, если беда придет в твой дом.